сегодняшний вечер очень разноплановый. Выдающаяся работа великого мастера Билл Форсайт «Artifact Suite». This ballet is a celebration of dance. It's a celebration of the absolute excellence and power of dance. Фантастическая хореография. Нам сказал Форсайт, вы должны показать все, что вы знаете об искусстве, все, что вы знаете о балете, то есть вложите все свои знания. Всегда праздник, когда делается совсем новая работа, работа для наших артистов. И Эдвард Крюк изобретательно, интересно, насыщенно и очень остроумно создал эту редакцию свою. У нас Петрушка-кукла. Есть такой момент, когда все-таки какие-то эмоции у него, естественно, появляются. Но в конце он, тем не менее, все равно остается куклой. В этом его трагедия. Я над ними злорадствую. Заигрываюсь и немножко их мучаю. My biggest aim is to find my ways and also be able to deliver my idea and nevertheless my message, vision of Petrushka, which lives forever among us. Так метафорично получается, что кукла оказывается наиболее человечной, чем ее владелец. Я чрезвычайно рад и всех нас поздравляю. У нас в репертуаре будут идти такие замечательные работы, как «Artifact Suite» Билла Форсайта и «Эдвард Крюк» Петрушка.